Здравствуйте! Так незаметно пролетел этот год, и вот мы снова в классике, снова с вами. И спасибо! Я с удовольствием представляю всех музыкантов, которые сегодня на сцене. За роялем Анатолий Выборнов. Бас-гитара Виталий Юклашев. Ударные Олег Дорогов. Электронные клавиши Роман Петров. Саксофон, флейта и сегодня, друзья, вокал Александр Сокуров. И Татьяна Богачева. Спасибо. Хочется сразу сказать вам о самом главном. Та радость от встречи с вами перекрывает все волнение и все эмоции, связанные с выступлением. Остается только желание спеть сегодня для вас, спеть хорошо, с удовольствием, и чтобы у вас действительно было хорошее, приятное послевкусие после нашего концерта. Всем удачного прослушивания. Еще раз очень рада вас видеть. Подождите. Еще не все, извините. Сегодня мы решили во время концерта говорить о любви, поскольку все композиции, все песни косвенно или напрямую о любви говорят. И мы даже будем слегка переводить сегодня текст, чтобы усилить ваше восприятие. Первая пьеса называется «Лихорадка». Детей почти нет. «Лихорадка», «Возбуждение», так можно передать смысл этой песни. Ты не догадываешься, как сильно я тебя люблю. Не понимаешь, как важен для меня. Когда ты обнимаешь меня, я еле сдерживаю лихорадку. Ты лихорадишь меня, когда целуешь и когда притрагиваешься ко мне. Лихорадка по утрам и всю ночь напролет. У каждого есть своя лихорадка. Это то, что знакомо всем. Это не что-то новое. Это началось давно. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlights of the daytime, moonlights of the night. I light up and you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. We'll be right back.
Татьяна Выгачева. Следующая пьеса. Мы решили вспомнить пьесу, которую уже играли 2 года назад. «Лалабай в Бетланд. Птичья колыбельная». Небольшой перевод. «Колыбельная страны птиц — это то, что я слышу, когда ты вздыхаешь. Не нашлось бы способа выразить одной фразой то, что я чувствую. Колыбельная страны птиц шепчет тихо, поцелуй меня ласково, и мы будем летать высоко в стране птиц, высоко в небе, выше всех. Все потому, что мы влюблены». Этот популярный джазовый стандарт был написан Джорджем Ширингом и Джорджем Дэвидом Вайсом в 1952 году. И, конечно, более всех известен в исполнении Эллы Фицджеральд. Так ее любили исполнять и Тони Беннет, и Фрэнк Синатра, и Сара Вон, и Квинси Джонс. В общем, и не только вокалисты, кстати. «Лалабай в Бетланд» очень любят инструменталисты. И всем очень запомнилось, как 12 виолончелистов играли эту пьесу. А виолончелисты Берлинского симфонического оркестра. Всех очень удивили тогда. Итак, «Лалабай в Бетланд». Feel any letter to turtle down, feel and cue.
Мы договорились с Сашей, я перевожу свои песни, а он свои инструментальные композиции. Договорились, мне легче. Там следующая песня называется «Фо». Все переводить не надо? «Фо». Майлз Дэвис ее написал. Thank you.
Следующая песня, которую мы исполним, называется «Мисти. Туман». Композиция написана джазовым пианистом Эрлом Гарнером, так чтобы нам не сдаваться, он черный, ну так, чтобы не питать надежды, в 1954 году, причем написал он ее во время перелета из Чикаго в Нью-Йорк в сырую туманную погоду. И вот такие интересные слова и музыка появились у него в голове. «Посмотри на меня. Я беспомощен, как котенок на дереве. Я чувствую, как цепляюсь за облака. Я растерян, я как в тумане. Стоит мне взять тебя за руку. Когда ты идешь рядом, будто тысячи скрипок начинают играть. Или, может, это звучит, как музыка, твое привет». Я как в тумане, когда ты со мной. So the cloud, I can't understand. I got misty just holding your hand. Walk my way, and the thousand violins begin to play. Or it might be the sound your that music I hear, I get misty the moment you're near. Can you see that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost?
Спасибо. Спасибо. Татьяна Богачева. Александр Сокуров, Анатолий Выборнов, Виталий Юклашев, Олег Дорогов, Роман Петров. «Я кричу на тебя» или «Я закричала на тебя». Так называется следующая песня. Эта песня исполнялась с нами в прошлом году. Тогда еще был рядом с нами наш товарищ Сергей Косов, замечательный музыкант-гитарист. К сожалению, его сейчас уже нет. И этой песней мы вспоминаем о нем. Татьяна Богачева, Анатолий Выборнов, Виталий Юклашев, Олег Дорогов, Роман Петров, ну, Александр Сокуров. Александр Сокуров. Естественно. Не уходить. Я ненадолго. Сыграем пьесу «Девушка из Ипанима». Таня пока отдохнет. «Girl from Ipanema». Обратный перевод. Thank you.
Соло на бас-гитаре Виталий Юклашев. Соло на органе Роман Петров. Анатолий Выборнов на рояле. Ну и я на саксофоне, естественно. И снова песня о любви. «Весна». «Taste of Honey» — это песня «Вкус меда», она переводится. Музыкальная композиция, написанная в 60-м году Бобби Скоттом и Эриком Марлоу для одноименной бродвейской постановки. Но она была несколько лет неизвестна, пока за нее не взялись ребята из «Битлз». Причем они включили ее в свой репертуар только потому, что, отправляясь на гастроли, им нужно было включить что-то чужое, не свое, чтобы расположить ту публику, которая скептически относится к року. Именно таким образом попала эта песня в их репертуар. Сам Джон Леннон часто во время концерта изменял строчку «Taste of Honey», «Вкус меда», на «Waste of Money», «Пустая трата денег». Ну, ему позволительно. Джону Леннону можно все. В общем, «Вкус меда», тот вкус, что слаще вина. Его поцелуй был словно мед. «Я возьму с собой тепло тебя, я вернусь за медом, и ты тоже». On that honey and you.
Те, кто год назад были на нашем концерте, наверняка запомнилось участие в нашем концерте замечательной барабанщицы Саши Могилевич. Сейчас она в Нью-Йорке, передает всем привет. Собственно, она и выбиралась буквально месяца на два. Нам очень повезло, что она была вместе с нами. Почему я, Саша, это говорю? Я решила сесть за барабаны на первые 15 секунд. Да, я долго отговаривал. Такой привет для Саши Могилевич. Я отговаривал, пытался отговорить. Меня все отговаривали. Бесполезно. Рвется человек за барабаны. Вот Саша на нее так повлияла. Как раз она мне письмо 3 дня назад написала. Она привет передает нам всем. Ну в вот. Особенности она Тане передает привет. Вот она вдохновилась сразу. Ну, а вы говорили, надо, наверное, на барабанах играть, значит. Ну, значит, играет Таня. Чё? Я переведу только быстренько. Мы попытаемся вступить следом за тобой. Мы рискнем. Ну, вы в любом случае вступите. Ну, вот сейчас услышим, посмотрим. Смотри, как ты сыграешь соло. А вдруг не вступим? Дай перевести. Где-то за морем ждет меня моя любимая. Она стоит на золотых песках и следит за отплывающими кораблями. Мы встретимся и будем счастливы за морем. Мы поцелуемся, как прежде, и я никогда больше никуда не уплыву. Thank you.
Саша, рассказывай. Техническая пауза небольшая. А сейчас новый вокалист появится. Это я. Я пока так шпарить не умею, переводить сходу все, как Таня. Если мне придется шпаргалку смотреть. Don't let me be lonely tonight. Не оставляй меня, попросту говоря. Так называется эта песня. Спасибо.
Спасибо. Я был в двух лицах. Не постеснялся и за Майкла Брекера сыграть, да, моего любимого саксофониста, и за Клайва, и за Джеймса Тейлора спеть. Обнаглел вообще в конец. Спасибо. Это не единственный на сегодняшнем вечере вокал от Александра. Мы сейчас попробуем спеть с ним дуэтом. Все знают, что мы все время поем дуэтами. Не все. Когда деньги зарабатываем на корпоративах. Зачем ты, Саша? Выдал тайный секрет. Мы сейчас, Саш, не об этом. Я хотела перевести следующую песню. When I fall in love, когда я влюбляюсь, или если дословно, когда я падаю в любовь, мне даже так больше нравится. Действительно, падаешь в любовь, когда влюбляешься. Песня в 1952 году была создана, родилась у Виктора Янга и Эдуарда Хеймана к фильму «Одна минута до нуля». И первую версию исполнила замечательная вокалистка Дорис Дэй, и уже ее после Дорис Дэй включали в свой репертуар абсолютно, ну, практически все, продлевая тем самым песню замечательную, жизнь этой песни. Нэт Кинг Кул, Этта Джонс, Натали Кул, Андреа Бочелли, Род Стюарт, Джулия Лондон, Лена Хорн. В общем, многие. И в 93-м году снова вторая жизнь у этой песни, вторая волна. В 93-м году вышла романтическая комедия «Не спящие в Сиэтле», где дуэтом как раз спели эту песню Селин Дион и Клайв Гриффин. Вот. А мы? Сейчас будет наше выдающееся выступление дуэта. Ну уж не знаю, Саш. Посмотрим. Нет, Миша. Я к тебе поближе. When I fall in love, love is ending before it's begun, and too many moonlight kisses seems to cool and savor all the sun.
Татьяна Выгачева, Александр Сокуров, Анатолий Выборнов, Виталий Юклашев, Олег Дорогов, Роман Петров. Вот второй раз мы бы ее спели лучше, Саш. Следующее у меня, к сожалению, на этом все. Вот еще одна. Баллада немецких авторов Бертольда Брехта и Курта Вайля. 28-й год, друзья, почти 100 лет назад эту песню сочинили, исполнили, естественно, на Бродвее. И она, кстати, в свою очередь, эта замечательная песня «Мэки нож», баллада о Мэки ноже, она была на самом деле сочинена лет на 150-200 раньше, в конце 18 века. В Лондоне английским автором. И уже вот в начале 20-го ее взяли за основу, переделали, на английский текст наложили и спели в этом мюзикле. И после этого кто только ее не пел. Легче вспомнить, кто не пел. И Луи Армстронг, и Элла Фицджеральд, и Бобби Дарин, и Руби Уильямс, и даже, по-моему, группа Doors. В общем, многие. «Мэки нож». Примерно звучит так. У акулы зубы острые, нипочем их не сочтешь. У Микиты нож как бритва, только где он, этот нож? А возле моста через Темзу вдруг свалился человек. Не чума прохожих косит. На охоту вышел Мэк. Кстати, самая интересная версия была все-таки у Эллы Фицджеральд, потому что она в 60-м году на сцене забыла после первого куплета продолжение и сочинила на ходу новый вариант. И, кстати, он был неплох. И даже многие авторы взяли его потом себе на вооружение. Баллада о Мэки ноже. Jackknife is on my hip, dear, and they keep saying
Татьяна Выгачева. Спасибо. Александр Сокуров. Роман Петров. Олег Дорогов. Виталий Юклашев. Анатолий Выборнов. Все как всегда. Спеть нечего, а уходить не хочется. Thank you.
Спасибо большое. Анатолий Выборнов, Виталий Юклашев, Олег Дорогов, Роман Петров, Татьяна Богачева. И Александр Сокуров. Спасибо за внимание. Всегда рада вас видеть. Как замечательно, на что этом... нас в городе так любят джаз. Любят, как выясняется. На этом все о любви. Очень хочется. Спасибо. Очень хочется еще при вас, дорогие зрители. Спасибо. Спасибо. Поблагодарить этих замечательных музыкантов. Ребят, спасибо огромное за то, что вы дали мне возможность с вами сегодня петь. Спасибо вам за музыку. Можно вас еще раз представить? Можно я представлю их еще раз? Витя говорит, нас и так все знают. Роман Петров, Анатолий Выборнов, Виталий Юклашев, Олег Дорогов. Я так люблю Сокурова. Александр Сокуров. Спасибо, Таня. Я тоже люблю Таню Богачеву. Таня Богачева. Спасибо вам, дорогие спасибо. Зрители. Очень хочется пожелать вам этой весной, ну и в дальнейшем, любви. И как говорят, любовь — это все, и это все, что мы о ней знаем. Любви вам. Любите друг друга.